До нашої студії завітали співорганізатори заходу «Ніч на Купале» Наталія Данилюк та Юрій Жигалкін. Радий вас вітати зранку. Итак, що ж готується? Тому що несколько недель назад анонсировали о том, що тільки підготовительні роботи, искали волонтерів. Я так розумію, що все удачно. Волонтери знайдені. Тепер уже сама розвлекательна програма, яку можна проанонсувати для ніколаївців. Волонтери знайдені. Практично ми на фінішній прямій. Это называется, если не добежим, то доползем в любом случае. Да, готовится очень большой фестиваль, готовится очень большой праздник, праздник мистический, праздник природный, основанный на традициях, основанный на вот этом вот духе Украины, на духе природы, когда совмещается мистическое, сказочное, реальное, все это переплетается, и вот как до мурашек по коже, вот такой праздник у нас будет. Если мы говорим о развлекательной программе, что ожидает на николаевцев? Будет яркое фаер-шоу, будут ярмарка еды, будет крымско-татарская еда, долма, манты, все будет очень вкусно, будут вкусные напитки, только безалкогольное. Так что я думаю, что... Я понял, чтобы фаер-шоу не перерос с алкоголем потом что-то еще больше. Да, мы делаем о чем уже напишут в сводках новостей. Мы делаем акцент именно на том, что это будет семейный праздник, в котором могут принять участие не просто поприсутствовать, а именно принять участие от мал до велика, чтобы всем было интересно. Это будут и мастер-классы. Будет ярмарка хендмейда, можно будет приобрести вышиванки прямо там, можно будет купить посуду этническую, можно будет купить какие-то украшения, бусы, обереги. Это все будет такое красивое. То есть наелся, оделся, отдохнул, оделся, с семьей. Обулся, отдохнул, провел прекрасное, я думаю, будет времяпровождение. Притом, я думаю, что у каждого будут красивые фотографии, потому что это, как обычно, это венки, это арт-объекты, это фотозоны, это все готовится своими руками. Ну, это вот. Есть небольшой фотоотчет с прошлого года, который мы тоже можем просмотреть и прокомментировать. Я думаю, что в этом году будет не менее ярко. На новостных сайтах будет возможность также у вас, друзья, потом себя увидеть. Посмотрим сейчас фотографии, попрошу их показать зрителям, ну, а мы прокомментируем. Так, вот видим прошлогодние это фотографии. Мавки, да, с прошлого года. В этом году у нас тоже будут мавки. Это красивые девушки в одинаковых костюмах. Будет много хороводов. Это вот поджог как раз большого костра. Тоже будет в этом году, будем все прыгать, венки, это обязательный обряд. Прям как наша Оля Храпенко, которая в предыдущем сюжете вызывала мавку. Да. Вот и дети, я так понимаю, что опять-таки будет разрисовка. И концерт. Если говорим о мастер-классах, что за мастер-классы будут, чему будут учить и что можно будет научиться? Ой, не хотелось бы загадывать вперед, чтобы была хоть какая-то интрига, но в том числе это будет и петрокиевский роспись, потому что детки смогут непосредственно принять участие в этом, подержать кисточку, посмотреть, как это расписать именно вот таким вот цветком, его изобразить и так далее. Это будут мастер-классы по плетению венков обязательно. Это будет мастер-классы по танцам, вот эти вот прекрасные хороводы, фигуры, как танцевали раньше, с чего начинались, потому что каждое движение, каждая фигура в танце, она как бы несет какую-то смысловую нагрузку, и чтобы люди понимали, почему такие движения, почему в эту сторону идти, почему по колу, почему по солнышку, как обратно, как завернуть хоровод, то есть это все будем учить, это все будем показывать, потому что это наши корни, и это культура, которую надо поднимать. Если мы говорим о культуре исторической ценности, то я так понимаю, что казачество тоже будет задействовано. Казачество – это основной организатор. Не зря проводится мероприятие на аллее казацкой славы возле Мамая. Он будет созерцать все это, смотреть, контролировать, чтобы все было замечательно. Будут ли традиционные уже бои казаческие? Будет ли этому обучать? Ну и, соответственно, смогут ли поучаствовать в этом? Конечно, будут казацкие бои. Желающие смогут попробовать себя в борьбе. Так что состязания будут. Да. А если мы говорим о мероприятии, соответственно, будет развлекательная программа, какие-то подарки готовятся ли? Потому что все же приходят и хотят что-то получить. Забегая, опять-таки, нарушая метод интриги, ни один ребенок без подарка не уйдет. Вот так. А вот какой подарок? А это вот уже какой, будет интрига. Да, это уже будет интрига. Я думаю, что настал тот момент, когда стоит сказать, где, как, когда, во сколько ждете николаевцев. 1 числа с 5 часов вечера и до 11, это только официальная часть, мы ждем каждого николаевца, каждого гостя города на нашем мероприятии «Ночь на Купала».
будет мистически, будет сказочно и будет очень жарко. Так что, друзья, приходите, приводите семью, друзей. А есть ли какой-то дресс-код, обязательно какие-то элементы, которые стоит с собой взять? Ну, для того, чтобы мы поддержали вот этот дух праздника, для того, чтобы мы каждый создали его для себя, обязательный дресс-код. То есть это либо светлые одежды, длинные платья в пол, льняные рубахи, либо вышиванки, вышитые платья, веночки. Пожалуйста, приходите красивые, нарядные. Сегодня 29-е, так что у вас есть еще парочка дней для того, чтобы подготовить костюмы для себя. А вам спасибо большое за то, что организовываете, понимаете, вот эту целину, так сказать, культурную в Украине и в Николаевщине на юге. Вам спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Друзі, нагадуємо ще раз, що 1 числа о 17 годині у вас є можливість разом з родиною, ну, скажімо так, відгульбенити, так відгульбенити. Скажемо своїми словами так, як є.